целый день. Всем привет, друзья! Вы на канале NLIF. Сегодня 03.06.2022 год. Я зашел на Оксика бирже на телефоне, чтобы получить свою награду. Заходим в награды. И вот сегодня я получил 200 сатош, друзья. Сегодня 7-й день. Мои награды умножаются на 4. Получил. Вот, 7 дней подряд умножается на 4, написано, награды. И у меня на балансе теперь стало 1600 сатош. Тут каждый день раздают сатоши. Если кому интересно, заходите в биржу Оксика. Я оставлю ссылку, зарегистрируйтесь, пройдете верификацию, друзья. Если верификация KYC не пройдете, то этот раздел, вот, биткоин бесплатно написано, биткоин бесплатно, этот раздел не откроется вам. Чтобы открыть этот раздел, надо пройти верификацию с паспортными данными. Паспорт фотографируйте, отправляйте на модерацию. Вот и все. Как только вас одобрят, этот раздел вам будет доступен. Выхожу отсюда. И тут еще есть, вы получили тайный приз за успешное приглашение. Вот, кликаю на него. Вот тут есть сейф. Попробую еще раз зайти туда. Кликаем. Вот, встряхните и откройте тайный приз. Телефон я сейчас буду встряхивать. Вот, встряхнул. И открыто. Ого, вы только что получили 3 USDT скидочной картой. Кликаю «Спасибо». Награда была перечислена на ваш аккаунт. Их можно найти в разделе «Моя страница» «Уровни комиссии». Кликаю «Спасибо». Смотрим награды. Вот мои награды. Кликаем. Вот, друзья, я первый раз получил награду 6.02.2022 год. То есть вчера я получил первую награду. Сегодня вот 6.03.2022 год. 7 утра. Второй раз получил награду. 3 скидочные карты на USDT. Вот такими простыми действиями получаем бесплатно скидочные карты. Все. Отсюда выходим. И смотрим криптовалюты. Вот уже биткоин 30 стал, 30 тысяч баксов стал. Растет наш биткоин. И остальные криптовалюты тоже растут. Вот наверху мой баланс. Я отсюда уже выводил свои награды, друзья. Всем спасибо за внимание.